Здравствуйте, друзья! Мы делали такой анонсмент встречи со Светланой Каф, где она будет рассказывать, чего им там такое рассказывают в иммиграционном офисе в Сан-Франциско, там в понедельник с утра, в ближайший понедельник, я не знаю, какое число, мне трудно сообразить на ходу. Там будет встреча, собирают иммиграционных адвокатов и рассказывают им, чего у нас нынче с эмиграцией. Но это не вообще с эмиграцией, а это конкретно офис по беженцам, по беженской программе. То есть это не будет касаться вот каких-то тенденций за пределами беженства. Это не о студенческих визах, не о там, замужестве там, и так далее, а вот конкретно по беженству. Произойдет эта встреча у них с утречка в понедельник, а мы со Светланой выходим, ну не в эфир, а мы в скайпе запишем интервью в 5 часов, с 5 до 5.30, вот мы договорились, что мы будем записывать, и сразу после этого, ну, в разумный, так сказать, промежуток времени, который там образуется, потому что у нас в понедельник вечером много разных дел, ну вот, не знаю, может пару часов займет, пару-тройку часов займет, и я сразу же подвешу, то есть я тянуть не буду, и поэтому хотел сказать тем людям, которые с интересом относятся к вопросу беженства, чтобы они задавали вопросы. Ну, можно под этим видео тоже, но, в принципе, у нас там 3-4 видео назад, там, где я делал этот анонсмент, там уже много вопросов. Но там по самым разным темам, а я сейчас как бы уточняю, что речь идет именно о беженстве. И я, кстати, разговаривая со Светланой, пытался уточнить у нее, входит ли в политическое убежище вот эта квота на 50 тысяч, да, который, там, вместо прошлогодней 110, которая сейчас будет 50, квота на статус беженца, входит ли в эти 50 тысяч те, кто подают на political asylum. Да, вот refugee, которые извне страны получают, и political asylum — это те, кто, приехав в страну, подают. В принципе, это то же самое, но называется по-разному, в зависимости от того, откуда подано. И ответ был такой, что я думаю, сказала Светлана, что это разные вещи. Но конкретно, значит, я наверняка не скажу, значит, буду там и спрошу. То есть это такой неочевидный вопрос и неочевидный ответ. Я рассказывал, что я пытался посмотреть, что там я мог найти в интернете. Но получалось, что как бы общая квота, я не знаю. Ребята другие там вот мне пишут, что а вот я смотрел, там ссылки какие-то дают. Получается, что это отдельная квота. Ну вот, как бы, понимаете, да, вопрос такой немножко заковыристый, и я надеюсь, что мы найдем на него ответ. И прелесть его в том, что если это квоты разные, то это, в общем-то, на руку тем, кто планирует приехать в Соединенные Штаты и здесь подавать на политическое убежище. Вот такая информация. В общем, в понедельник вечером, у вас это будет уже суббота, в смысле, вторник утро, тех, кто живет в странах СНГ. И еще раз, задавайте вопросы, если есть. Если вы почитаете другие вопросы и там уже спрошено, то нет смысла повторяться, но в любом случае я вас как бы приглашаю задавать вопросы. Счастливо!